Так говорит Дух Святой. Быстрые слова, дитя. Когда быстро горишь, это приводит к многословию, а значит, не миновать греха. Больше рассуждай, делай паузу перед тем, как что-то сказать. Я не давал тебе обязательства на протяжении дня выполнить план по количеству сказанных слов. Я дал тебе в этом свободу. Взвешивай каждое слово и не допускай быстрых слов, дитя. Я хочу, чтобы ты был совершенен. Аминь. Мир вам, братья и сестры, христиане. Не раз мы спешим в своих словах и много говорим, а как сказано было, что многословие не миновать греха, из-за того, что просто быстро говорим, не делаем паузы. Здесь призыв есть, особенно брату вот этому, значит, что он взвешивал каждое слово, но есть слова, которые мы говорим как бы уже автоматически, они достаточно продуманы ранее. Но есть многое такое, что прежде всего, чем сказать, нужно сделать паузу и подумать. И подумать не просто подумать, значит, ну как бы там правильно сказать это слово. Еще подумай, что то, что я сейчас скажу, это угодно Господу. Так бы поступил или сказал Господь. Как, например, пишет Слово Божие. Как говорится в собрании, например. Как открывает Дух Святой. Понимаете? Но когда вы быстро говорите, вы просто не сможете взвешивать каждое слово и проконтролировать. Потому что просто из-за того, что вы будете быстро говорить. Раз и сказали, раз и сказали, раз и сказали. Поэтому будьте в этом более медлительны. Пусть даже кто-то со стороны посмотрит, скажет, ну, что вы немножко как бы, ну как бы слишком медлительны. Но лучше, чтобы это подумали, нежели вы скажете слово какое-то, особенно если оно будет какое-то греховное слово, братья и сестры, какое-то пустое слово или вообще просто глупое слово. Понимаете, мы свет, светом должны быть для мира. И мы должны быть людьми такими серьезными, спокойными, взвешенными, спокойно говорить. Но бывает, что Дух Святой побуждает, и мы там более быстро говорим. Но говорю, если это отточено уже. Но когда особенно что-то вы новое говорите, или идет разговор, и вы как бы вклинитесь в разговор, то нужно подумать, стоит ли это вообще сказать, или это то, что я хочу сказать, правильно? Господь хочет, чтобы мы были совершенны. Аминь.